принимали участие в выставке сочинские старшеклассники, студенты средних и высших учебных заведений, педагоги, родители, общественность города. Вначале состоялась презентация колледжей и вузов, чтобы помочь выпускникам в выборе профессии. Для школьников это сейчас самое важное – сдать ЕГЭ, четко ориентируясь на свой выбор. Зачем выпускники пришли на выставку, они определенно знают. Чтобы узнать, какое мы получим образование, чтобы определиться, какая у нас будет будущая профессия. Это нелегкий, но важный путь – определиться с будущей профессией и развитием собственной карьеры. Мы развиваем только нужные для города профессии. Наши ребята могут стать медсестрами, врачами, учителями, инженерами, дорожниками. В данном конкретном случае работают четыре направления – здоровье, образование, интеллект и творчество. Выставку посетили 8 тысяч человек. Здесь после личного знакомства с педагогами и возможностями вуза или колледжа ребята могли либо убедиться в правильности своего выбора, либо выбрать другое направление развития. Современная экономическая и политическая обстановка заставляют девятиклассников и одиннадцатиклассников быстрее ориентироваться на рынке труда, выбрать профессию, связанную с развитием курорта, или сделать карьеру совершенно в другой отрасли. Уехать из Сочи и потом вернуться или получить образование, так скажем, в домашних вузах. Какой бы выбор ни сделали подростки, им напомнили – Сочи всегда им рад. В подтверждение этих слов гостям показали примеры успешной самореализации выпускников сочинских вузов и колледжей. Тем более, что Сочи – один из немногих городов России, который позволит реализовывать любые амбиции молодых специалистов. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.